Сезон навигации стартовал. Скоро к рабочим судам и катерам на Каме добавятся любители отдыха на воде. Они оставляют свои транспортные средства на лодочных станциях. Готовность последних сейчас проверяют сотрудники ГИМС. На какие нарушения обращают внимание спасатели в нашем следующем сюжете. Лом, багор, лопата. Внутри есть резервуар для песка. Средства, необходимые для тушения пожаров, должны быть на каждой лодочной станции. Их наличие и соответствие причалов остальным требованиям безопасности проверяют сотрудники ГИМС. Спасательные средства и их состояние, информационный стенд. Под взор проверяющих попадает все, что нужно для осуществления деятельности. Под особым контролем сам причал. Наличие поручней, наличие определенного размера, чтобы можно было установить судно. Его плавучесть, естественно. Проверяется и состояние настила, а также доступ к воде, наличие охраны и камер видеонаблюдения. Станция базы Дубки готова принять до 25 лодок и катеров. Подготовка объекта к сезону началась в середине апреля, сразу после таяния льдов на Каме. Работы закончили к проверке. Проводятся покрасочные работы, значит, где необходима замена сплошного настила, проводится замена. И проводится освидетельствование электропроводки, освещения, средств охраны, проверка средств пожаротушения. Помимо средств безопасности проверяется и документация. Карта схемы земельного участка, журналы регистрации захода и выхода судов. На данной базе у нас необходимая документация имеется. В ходе проверки каких-либо недостатков не обнаружено. И данные лодочная станция готова к эксплуатации и допускается. До 18 мая будет проверено 8 лодочных станций набережных Челнов и Тукаевского района. Затем сотрудники ГИМС приступят к обследованию пляжей. До начала купального сезона эти места отдыха также должны быть обустроены по всем требованиям безопасности. Ксения Шулакова, Андрей Буслаков, Челны-24.